пятницу в Самарской области пасмурно с прояснениями, без осадков. Днем 0-2 градуса, ночью 2-4 ниже 0. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурно, но проглянет солнце. В светлое время суток -1, в темное -2 градуса. Юго-западный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти на небе тучи, днем нулевая температура, ночью 2 ниже 0, западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями, днем 0 градусов, ночью -3, юго-восточный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 81%, внимание, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.